Сегодня у нас прошли гонки. Это было соревнование между моноколесниками и наездниками на электросамокатах. Также к нам присоединились электробайки. Мы очень рады, что получилось собрать такое крутое, незабываемое мероприятие. Когда вчера мы собирались сюда, и вообще, пока мы 2 недели готовились, я думаю, сюда придет 3,5 коллеги. В итоге у нас собралось большое количество людей, прекрасное комьюнити, мы замечательно провели время, и планируем проводить такие сходки регулярно, ну, как минимум раз в месяц это обязательно будет. Таковой идеи не было, мы просто взяли, собрались, вот. И оказалось, что у нас организовывается 3 типа электротранспорта. Помощнее – это мотоциклы, у нас есть самокатчики, ну и моноколесники, да, это соль земли, лучший транспорт. Я представитель моноколес среди всех соревнующихся. Катаюсь я уже 4-й год на моноколесе. Такие соревнования внедорожные, кроссовые, с трамплинами, с неровностями, у меня первый раз. Новый уровень сложности. Это не городские, как не городская какая-то езда. Тут уже нужны другие навыки, особенно для моноколесника, потому что все эти трамплины и неровности ему нужно отрабатывать ногами. Поэтому надо качать ноги, надо иметь хорошую физическую подготовку. Нужно побольше проводить таких вот соревнований, между собой собирать наших электротранспортников. Вид транспорта набирает популярность, а люди как бы между собой, если начинают общаться, это очень, очень интересно. Как показала практика, моноколесники не намного хуже, а то и местами лучше выжимают, чем наши 2 колеса. Поэтому было очень классно. Подумывает о покупке электротранспорта, не думайте, покупайте, потому что это круто, это будущее, и вам на самом деле это понравится, и вы будете модными, модными людьми. Собираемся все вместе, вот, развиваем эту культуру за электротранспорт.